Всем привет! Мы находимся в Бийске, и это Сибирь. Погода у нас крайне непредсказуемая. Вчера был снег, сегодня льет дождь. Поэтому работы дорожникам хватает. Причем не только им. Теплоэнергетикам с приходом зимы работы тоже прибавилось. После уборки снега грейдером проходила, как говорится, тяжелая техника и повредила конструкция тепловой камеры, то есть сдвинули крышку люка, то есть то, что сейчас мы можем наблюдать в данный момент. Если увидели открытый люк, незамедлительно сообщите диспетчерскую службу Бийскэнерго Теплотранзит, где диспетчер уже по этому адресу направит ремонтную службу для устранения данного дефекта. После того, как на телефон дежурно-диспетчерской службы компании Бийскэнерго Теплотранзит поступает звонок о том, что в том или ином районе находится открытый люк, на место буквально в течение получаса отправляется ремонтная бригада теплосетевого подразделения сибирской генерирующей компании. И специалисты устраняют нарушения.